Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте. С 15 октября в Самарской области реализуется международный патриотический проект «Парад памяти». Его кульминацией станет непосредственно военный парад, который пройдет 7 ноября на главной площади региональной столицы. Какое участие в масштабном мероприятии принимают областные юноармейцы? Что такое мини-парады? И как зародилась эта идея? Кому из юных патриотов выпала честь пройти в памятный день по площади Куйбышева? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня. И мой собеседник, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов. Алексей Борисович, здравствуйте. Добрый день. В Самарской области действует 671 отряд юноармейцев. В них состоит более 57,5 тысяч человек. И вроде бы осталось что-то около 80 школ, которые еще не вступили в ряды юноармейцев, но вроде бы подали заявление. Однако давайте нашим телезрителям напомним, с чего все начиналось. Если я правильно информирована, в мае 2016 года 40 школьников вступили в ряды юноармейцев, принеся торжественную присягу министру обороны Шойгу. Но дальше как развивались события, расскажите нам. Да, вы сказали абсолютно правильно. После этого мы начали формировать команду. Команду единомышленников, которые будут развивать и развивают до сегодняшнего дня юноармейское движение в Самарской области. На первом этапе это были, костяк наш был, это ветераны морской пехоты и ветераны ВДВ. В дальнейшем присоединились практически все ветеранские организации, которые сегодня существуют на территории Самарской области. Это был первый наш самый этап, это формирование команды. После этого мы зашли в школы. Зашли в школы с предложением создать юноармейские отряды в каждой школе. И вот на сегодняшний день, как вы абсолютно правильно заметили, практически в каждой школе у нас всего 688 школ, 671 юноармейский отряд. Значит, совсем немного осталось школ, где нет юноармии. Да. Государством поддержан, президентом поддержан этот проект. Движение общественное, но идет, так сказать, в контексте с нашей общей политикой государства. Абсолютно правильно. Это общественная организация, костяк которой, уже повторяюсь, состоит из ветеранов вооруженных сил, ну и, конечно же, наши дети. На сегодняшний день 57,5 тысяч, но мы еще должны посчитать обязательно родителей. Это больше 100 тысяч родителей, которые активно принимают участие в нашей жизни, в жизни юноармейского движения. Ну, по-другому, наверное, и быть не может, да, собственно говоря. А кто члены движения юнармии? Только школьники? Любой ребенок от 8 лет, если он изъявляет желание вступить в ряды юноармейского движения, он вступает. Ограничений по возрасту уже дальше нет. То есть, если 20 лет юноша или девушки, тоже может вступить? Эти девушки и юноши уже становятся, скорее всего, руководителями юноармейских отрядов, то есть, пройдя определенную школу жизни, закончив институт, если у них есть желание, они приходят опять же в юнармию и уже помогают старшим товарищам в воспитании детей. Хорошо. Это вот интересно, что нет предела возрастного. Если школа не подала заявление, еще не вступила вот организованным путем, но школьник, мальчик или девочка, юноша, девушка хотят стать членами юнармии, могут они это самостоятельно сделать? Ну, на самом деле, намного проще все. Дети и их родители подходят к директору школы или к замдиректору по воспитательной работе, предлагают школе создать юноармейский отряд. Всегда идут навстречу. Дальше директор школы связывается с юнармией, мы приезжаем, помогаем в организации процесса. То есть все просто? Все очень просто. Ну, начинается, так сказать, с небольшой инициативы, конечно, желания, да, прежде, да, всего. В первую очередь, потому что юноармейское движение – это не принудиловка ни в коем случае. Конечно. Это желание детей быть в юнармии. Чему учите детей? Вот главные цели и задачи всего движения вообще каковы? Ну, наверное, учит все-таки школа, а мы даем дополнительные знания и навыки. То есть то, что в школе сегодня у нас не преподают. Это азы строевой подготовки, это азы медицинской подготовки, огневая подготовка. Это вот те навыки, которые дают офицеры, которые работают сегодня в юнармии. А если глубже, морально-нравственный, так сказать, аспект? Основная задача – вырастить настоящего человека, настоящего патриота своей страны. Человека, который любит в первую очередь своих родителей, знает свою историю,
То есть то, что я сказал, что мы делаем, даем навыки, это одно. А все-таки задача, конечно, она значительно шире. Угу. Мы развиваем, у нас в Юнармии сегодня есть и КВН, свои конкурсы, и конкурсы рисования, и конкурсы танцев. То есть ну, многогранная работа с детьми. Сейчас, конечно, в преддверии парада памяти идет активная строевая подготовка юнармейцев, да? Вот вы расскажите, как и где проходят эти тренировки? Ну, давайте, наверное, на примере промышленного района городского округа Самара. Большое количество школ, в каждой школе прошел мини-смотр, отобрали, во-первых, желающих юнармейцев и которые более-менее на сегодняшний день умели ходить. Дальше они в 175-й школе с руководителем изначально там проходили тренировки, ну а потом группы выезжают на площадь Куйбышева и там тренировались. Угу. То есть вот на сегодняшний день уже ваши парадные расчеты готовы? Полностью сформированы. Угу. И вот если мы сейчас вернемся к истории, первый парад с участием юнармии, это угу. был 2017 год. У нас был один парадный расчет. Завтра на площадь Куйбышева выйдет 50 парадных расчетов. Ух ты! Со всего региона будут юнармейцы представлять юнармию. А вообще, кому выпадает честь вот там пройтись? Это избранные какие-то ребята? Ну, во-первых, мы всегда берем, когда формируем парадные расчеты с запасом, потому что мы понимаем, что ребенок может заболеть. Да все может быть. Ну, все может быть в жизни, да. Поэтому парадный расчет вот в этом параде у нас по 52 человека в строю стоит. Но запасных человек 10 всегда с районов приезжает на каждый парадный расчет. Мы делаем отбор. Еще раз повторюсь, первая очередь – это желание. Второе, мы всегда смотрим на успеваемость в школе. Если, потому что хоть это и проходит после уроков, но несмотря на это, если ребенок плохо учится, ну, стараемся помочь ему советом, чтобы он подтянул знания. Ну, не должна идти наша работа в ущерб школе. Угу. И, соответственно, вот так вот формируются парадные расчеты. Ну, это, между прочим, очень такой мощный стимул для того, чтобы не запускать учебу. А то ведь учебу запустишь, и тебя отодвинут от таких важных событий, а, наверное, очень хочется. Я думаю, что ребята так шевелятся в этом направлении, да, конкурируют, возможно, между собой. Желающих действительно очень mm-hmm. много. Площадь Куйбышева, я думаю, не выдержит такого количества, такого наплыва юнармейцев, поэтому берутся лучшие из лучших. Mm-hmm. Потому что в первую очередь они будут представлять Самарскую область на параде. Мы же сегодня уже с вами знаем, что приезжают юнармейцы с Приволжского федерального округа. Сегодня уже в интернете есть видеоролики, как они тренируются. Но понятно, что выставить один парадный расчет от региона – это одно дело, а когда 50 парадных расчетов – это несколько сложнее. Там лучшие из лучших 52 человека со всей области, а у нас с района. Сложнее, но тем не менее мы это делаем. Ну, ко многому обязывают. Конечно. Важное, конечно, событие. Представляю волнение ребят вот в настоящий момент. И наше волнение тоже. Конечно, конечно, наставники. Я знаю, что в ходе подготовки к параду памяти 2024 юнармия Самарской области создала видеоклип, который вы так и назвали, «Парад памяти», да? Вот расскажите об этом. Как он создавался? Кто авторы и слов, и музыки? Идея в чем вообще этого клипа? Ну, наверное, я упустил самый важный момент, что руководители юнармейского движения – это очень талантливые люди. Один из наших руководителей местного отделения Самарского района городского округа Самара Сергей Фатулев, он пишет стихи, очень хорошие стихи. В 2018 году он написал стихотворение «Парад памяти». В этом году, когда мы собирали перед организацией парада штаб юнармейский, один из наших юнармейских руководителей уже промышленного района, Андрей Геннадьевич, выступил с инициативой «Давайте сделаем клип». То есть это буквально было за, ну, наверное, чуть меньше, чем за 2 месяца до парада. «Давайте сделаем видеоклип». Ну, после этого мы приняли решение записать видеоклип. Провели конкурсный отбор среди юнармейцев. Причем в жюри как раз были родители, которые очень хорошо разбираются в музыке, в отличие от меня. Отобрали лучших, ну, с их точки зрения, кто больше подходит вот именно к этой песне. Ну, там были определенные критерии. Выбрали детей, плюс также среди детей есть руководитель юнармейского отряда. Ну, а дальше все пошло очень просто. Мы попросили члена попечительского совета Анатолия Рагимова профинансировать студию звукозаписи.
Мы попросили также найти композитора, который напишет музыку на это стихотворение. Дальше наши друзья из Самарского института ФСИН, это наши коллеги, партнеры, они сделали монтаж, и в итоге получился видеоролик. И получился клип. То есть вот этим маленьким мероприятием, ну, наверное, не хорошее слово мероприятие, этим мы показали, что Юнармия сегодня может все. То есть тот людской ресурс, те кадры, которые сегодня задействованы в развитии регионального отделения, они способны выполнить поставленную задачу в кратчайшее время. И, как нас учили в армии, на хорошо и отлично. Я предлагаю сейчас посмотреть этот клип, который вы нам любезно предоставили. Итак, клип регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Самарской области «Парад памяти». Внимание на экран. Никто нас не победит, потому что у нас такая смена. Волны качает красные береты, неся как знамя память над собой. Дорогою своих отцов и дедов по площади идет за строем строй. По запасной столице в 41-м морозный день, дыханием серебря солдаты шли на фронт под марш военный колоннами 7 ноября. Юнармия преодолела время, не так заметен чуть неровный строй, но твердо подрастающая смена уже идет. По гулкой мостовой пусть снова враг посмотрит наши лица, услышит звук шагов, его накал. Нам есть за что стоять и чем гордиться потомкам юным тех, кто здесь шагал. По запасной столице в 41-м морозный день, дыханием серебря солдаты шли на фронт под марш военный колоннами 7 ноября. Юнармия преодолела время, не так заметен чуть неровный строй, но твердо подрастающая смена уже идет по гулкой мостовой. Патриотам, овеянный победами народ, с надеждой по святым небесным сводам, что юность никогда не подведет. Юнармия преодолела время, не так заметен чуть неровный строй, но твердо подрастающая смена уже идет по гулкой мостовой. Юнармия преодолела время, не так заметен чуть неровный строй, но твердо подрастающая смена уже идет по гулкой мостовой. Уже идет по гулкой мостовой. Вот мы немного уже коснулись темы наставничества, говоря о вашем коллективе, я бы даже назвала это командой, да, которая работает с ребятами. Но вот поподробнее расскажите, кто работает, кто эти люди? Очень большую поддержку мы сегодня, нам, наверное, повезло, мы имеем в лице ветеранской организации
Союз генералов Самарской области. Нам очень помогают ветераны вооруженных сил, это тоже общественная организация. Мы очень плотно взаимодействуем, это кузница наших кадров, это военный комиссариат Самарской области. Нам помогает 2-я гвардейская армия, нам помогает ЦСКА, нам помогает ДОСАВ. То есть все ветеранские организации и все структуры, силовые структуры, они все работают с нами сегодня в одной связке. Правда ли, что все работают на безвозмездной основе? Ну, с одной стороны, я за это благодарен, потому что у нас нету карьеристов, у нас нету людей, которые пришли в юнармию заработать денег, у нас есть люди, для которых, по сути, юнармия — это, ну, больше, чем хобби. Почему говорю слово «хобби»? Потому что хобби — это то, чем человек искренне занимается для своего удовольствия. Поэтому это, скорее всего, даже не работа, а хобби людей. Основное количество — это же, конечно, военные пенсионеры, которые нашли себя в преподавании для детей, в работе с детьми. Угу. Поэтому здесь, ну, деньги, возможно, для кого-то главное, для юнармии это, наверное, для тех людей, кто сегодня занимается в юнармии, это не первоочередная задача. Но работа действительно бесплатная, как вы сказали. Работа бесплатная от души и от сердца. В 2019 году Самарское региональное отделение юнармии стало не только самым многочисленным по всей России, но и самым лучшим в стране, было признано так официально. Расскажите, как так получилось вот обогнать все регионы страны? Ежегодно проходит конкурс среди региональных отделений, конкурс на приз замминистра обороны. В 2019 году, так как мы были первые, наверное, в России, у кого была сформирована самая хорошая команда и отработан алгоритм взаимодействия со всеми силовыми структурами, военными организациями, нам удалось достигнуть первого места, и мы стали первые в 2019 году. На сегодняшний день, честно скажу, что очень сильная конкуренция в регионах, очень хорошо все работают, поэтому мы уже далеко не первые по численности, но входим зато в десятку лучших, угу. Это честно. Ну, а конкурс каждый год, какое место займем, такое да, займем. Это... На самом деле это, конечно, стимулирует, я так думаю, ребят, непосредственно вот эти все конкурсы, да, и все эти движения, но, наверное, все-таки не это главное. Вы понимаете, что конкурс – это не конкурс детей, угу. Конкурс – это конкурс взаимодействия региональных властей с юнармией. Те позиции, которые принимаются во внимание в рамках конкурса, это как раз вот та связь, которая выстроена между общественным движением и властью в конкретном регионе. Там такие оценки. Я знаю, что инициатива среди юнармейцев широко приветствуется. Это вообще здорово. Это, в общем-то, редко, если сравнивать со школами, скажем, да, какими-то такими общеобразовательными структурами. И знаю, что сами ребята придумали мини-парады. Вот расскажите, что это за идея такая, как она родилась, когда? В 2019 году, в канун 9 мая, совместно с 2-й гвардейской армией, мы первый раз, юнармии, приняли участие в мини-парадах перед окнами ветеранов. 7 ноября, в канун 7 ноября, юнармейцы Безенчукского района вышли с инициативой ежегодно в канун 7 и 9, 7 ноября и 9 мая проводить мини-парады по всему региону. Изначально это были мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут принять участие и прибыть на площадь Куйбышева во время парада. Сегодня это мини-парады также для участников СВО, которые проходят реабилитацию в Самарской области. Угу. Это и госпиталя. Вот в этот раз, в 2024 году, проводились такие мини-парады? Да, проводились такие мини-парады. Несколько ветеранов Великой Отечественной войны. Еще живые, еще слава живые, Богу. Да, слава Богу. Ну, участники специальной военной операции. Я думаю, что каждый раз это до слез прошибает. Да, потому что дети не только проходят в парадном строе, они также читают стихи, поют песни, дарят какие-то подарки. Я видела ваши съемки, там даже к лежачим уже пожилым людям, этим ветеранам нашим дорогим, да, подходят, и те со слезами на глазах обнимают. Наверное, это очень важно для нашего старшего героического поколения. Я думаю, что в первую очередь это важно также еще и для детей. Прикоснуться рукой к истории,
У каждого ребенка остается неизгладимый след после такого мероприятия. Они общаются с ветеранами. Это очень хорошо, это здорово, я считаю. Тимуровское движение возродили. В чем это выражается? У нас есть такой проект юнармейский, который поддержало Министерство обороны. Этот проект называется «Верни героя имя». Мы провели мониторинг, определили, что в Самарской области у нас и взяли, есть определенное количество памятников. Ну, давайте так вот начнем. Угу. 450 памятников взяли юнармейцы, и каждый юнармейский отряд, у которого данная стела или памятник находится в шаговой доступности, взяли над ним шесту. То есть убирают снег, подметают и выставляют посты номер один, когда у нас проходят какие-то памятные даты. То есть юнармейцы взяли шефство. В хорошем смысле этого слова. Это здорово. Это очень здорово. Я знаю, что вахту у вечного огня несут юнармейцы, в частности, в Самаре, на площади Славы, да, и ездили в Севастополь, и там несли вахту в этом городе героя. Такие поездки еще были? Я не помню, это, по-моему, было в 20-м или в 19-м году. Еще был Санкт-Петербург, еще был Дагестан. Это куда нас приглашали, наша делегация выезжала и принимала участие в совместных мероприятиях с юнармией. И тоже, наверное, на конкурсной какой-то основе лучшие из лучших едут в эти поездки, да? Ну, стараемся делать для детей поощрение в виде таких поездок. Это бывает достаточно нечасто, но бывает. Еще у вас есть, ну вот вы уже говорили, у вас там и хореографией вы занимаетесь, да, и пением, и строевой подготовкой, соответственно, основная задача, основная задача школы – раскрыть, а наша талант ребенка, а наша задача – поддержать. Поддержать и развивать. Да, поддержать, развивать и сделать этого ребенка, чтобы он принимал участие в конкурсах, с тем, чтобы, ну, это стало возможно в дальнейшем его жизнью. Поисковые отряды у вас есть, как это работает, направление? Поисковики работают с 18 лет, поэтому, так как основное количество юнармейцев до 18 лет, это интернет, это работа с документами, это работа музейная деятельность. То есть в каждой школе сегодня есть музей, и юнармейцы, как правило, являются в музее или экскурсоводами, а чтобы стать экскурсоводом, надо изучить историю этого музея, изучить факты. Вот как пример, сотая школа, Виталий Геннадьевич Гальчук, очень хороший музей. У него все юнармейцы отряда проводят для всех школьников там выставки. В 8-й школе также, промышленный район, там музей морской пехоты у них. Я знаю, у вас очень много девушек среди юнармейцев, и они не уступают юношам в сборке-разборке оружия. И даже есть те, которые хотят с военной карьерой связать свою жизнь. Это действительно так? И зачем девчонкам это? Вы как к этому сами относитесь? Честно говоря, я всегда считал и говорю, что все-таки защищать должен мужчина. Женщина должна воспитывать детей. Но за историю Самарской юнармии 15 девушек на сегодняшний день поступили в высшие военные училища. Это, ну, наверное, неплохой показатель вовлеченности. Но я всегда говорю, что основная задача вот для этих девочек – это вырастить, закончить педагогический вуз, вернуться в школу в качестве педагога. И вот тогда, через какое-то время, мы получим очень мотивированных педагогов, которые прошли через юнармию и будут понимать, зачем это нужно в школе для каждого ребенка. А вот среди юнармейцев девушек уже есть такие, которые хотят, да, по этому есть, пути пойти? Уже есть, кто даже работает в школах. Угу. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы увидим директора школы, бывшего юнармейца, а может быть и министра образования, бывшего юнармейца. Да дай бог. Вообще, вот вы коснулись этой темы, очень важно. Ребята заканчивают школу, покидают отряды юнармейцев, да? Что дальше? Вот какие перспективы от ними, пути открываются перед ними благодаря книжке юнармейца, благодаря этому значку, вот, который лежат у вас на столе как раз? Ну, значок – это символ юнармии, а юнармейская книжка – это документ, в котором прописано, ну, у кого дети спортсмены, они знают, что такое книжка спортсмена, то есть там прописаны все достижения конкретного ребенка, когда он находился в рядах юнармейского движения. Эта книжка прилагается как документ при поступлении во все военные училища Российской Федерации и дает определенные льготы. Дополнительные баллы к ЕГЭ, но в каждом военном вузе конкретно там по количеству баллов это решение ректора. Ваши воспитанники уже воспользовались этими возможностями? Есть те, которые, по-моему, даже в президентском полку служили или служат, да? Ну, я уже повторяю, что с военным комиссариатом Самарской области у нас выстроены партнерские отношения, нам всегда помогают, поэтому лучшие из лучших
детей юноармейцы, они, конечно, идут в элитные подразделения по нашему ходатайству. Если есть такая разнарядка для военкомата, конечно же. Сегодня мы живем, конечно, в очень сложное время, и я не могу не задать этого вопроса. В СВО ваши воспитанники принимают участие? Это осознанный их выбор? Это осознанный выбор. 16-й год у нас были 10-классники, 17-й год были тоже 10, ну, старшеклассники, которые поступили в военные вузы, закончили военные вузы и принимают участие на СВО. Как вы отпускаете их на этот путь? Что говорите? И как для них это важно? Ну, наверное, мы всегда желаем им мира, и чтобы наши навыки никогда не пригодились. Но мы понимаем, что в жизни все бывает. Да, конечно, военные действия – это военные действия, но впереди у нас праздничный парад памяти. Да. Сейчас мы думаем об этом. Ваши воспитанники тоже думают об этом. Я думаю, что все будет хорошо, торжественно, красиво и очень трогательно. Время нашей программы подошло к концу. Алексей Борисович, я благодарю вас за интересный рассказ, за беседу. Напомню, гостем в студии был начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов. А мы ждем главное предстоящее событие – парад памяти 7 ноября на площади имени Куйбышева. И смотрим, как будут чеканить шаг в числе других расчетных, парадных расчетов наши юные патриоты. На этом у меня все. До встречи в эфире.